В первом микрорайоне уложен новый асфальт, расширены парковочные места, установлены лавочки и урны. Все работы выполнены за счет средств федерального бюджета по программе «Комфортная городская среда» и благодаря инициативе самих жильцов. Ну, сейчас нормально стало, думаю, что хорошо. Очень детям спокойно нравится кататься на самокатах, да, Дашуль? На велосипедах катаемся. Все в порядке. Наконец-то сделали. Везде бы так сделали. Было бы замечательно. Расширили парковку очень хорошо. Город у нас еще молодой, он должен оставаться красивым, я думаю. Дорога нормальная тоже. Лавочки поставили, здорово. Теперь можно хоть у дома посидеть, там на небо звездное поглядеть. Участие десногорцев в программе – отличный шанс благоустроить свои дворы и облик города в целом. Попав в проект, жители будут принимать непосредственное участие во всех этапах благоустройства двора, включая ход работ и приемку. Все это впоследствии лишь укрепит бережное отношение ко всему, что будет сделано. Более подробные рекомендации по включению своей придомовой территории в проект можно узнать на сайте jkh-desna.ru.